Одни рассуждают, какой станет набережная Табеева, а другие заняты курортом. И речь идет вовсе не об отдыхе. Так называется спецоперация, которую проводят сотрудники правоохранительных органов, частных охранных объединений и муниципальные служащие. Она направлена на обеспечение безопасности и порядка в общественных местах. Всего в набережных Челнах 29 таких территорий, среди которых парки Прибрежные, Гренада, бульвары Энтузиастов, Шишкинский, Боровецкий, набережные Тукая и Табеева. На сегодняшний день в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт» в местах массового пребывания граждан зарегистрировано 6 фактов краж. Выявлено 65 административных правонарушений. Курорт открылся 28 мая и закроется 15 сентября. Раскрывать преступления по горячим следам помогает и система «Безопасный город». За полгода с ее помощью удалось выявить 191 преступление. Сейчас решается вопрос о том, чтобы дополнительно установить камеры видеонаблюдения на набережной Табеева. Всего в Челнах 2600 камер.